организаторы вот этой вот выставки ТАКС нас пригласили, пригласили приют «Лохматая душа», разрешили нам взять 3 щенков. Мы взяли 3 щенков, с собой никого не выбрали, но люди очень интересовались, все подходили, все были добродушно настроены. Очень много кто брал визитки, очень много кто QR-код считывал, переводил денежку. Также нам на руки дали наличными 7-100, мы собрали для приюта. Интересовались, чем еще можно помочь, как приехать, как что. Мы всем все рассказывали подробно. Разрешили нам выступить. Мы выступили в течение... нам дали 10 минут времени. Рассказали, что есть приют, что нам всегда нужна помощь. Раздали всем адреса, сказали, где территориально, сколько у нас собачек. Организаторов нужно обязательно им сказать спасибо за то, что они нас пригласили. Потому что... ну, действительно, мне кажется, эта встреча, она такой, хороший толк от нее был. И что особо хочется заметить, вот некоторые выставки есть, да, когда мы приезжаем на выставки, да, ну вот вам уголочек, вот тут и стойте. Нас было не так, нас встретили очень тепло, нам было уделено много внимания, очень много раз к нам подходили организаторы, спрашивали, все ли у нас в порядке, интересовались собачками, очень много людей. Ну, то есть как-то вот так вот все на позитиве прошло. Спасибо большое организаторам за такую возможность, хоть мы никого и не пристроили, вот, зато мы как можно больше людям объяснили, рассказали про наш приют. То есть многие, кто подходил, не знали, что есть такой приют у нас в городе. Четвертого сентября была проведена замечательная встреча Такса Чехова, которая проходила в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова в Мелехово. Здесь собрались прекрасные собачки породы такса и их хозяева. Организаторы встречи пригласили поучаствовать и наш приют «Лохматая душа». Мы приехали со своими малышами. Не верится, что люди, любящие породистых собак, останутся равнодушными к милым метисам. Так и есть. На встрече нас окружили люди с добрым сердцем. Все интересовались нашим приютом, задавали вопросы, гладили и угощали вкусняшками малышей. Встреча прошла тепло и уютно. Никто не пристроился, но наши собачки получили много эмоций, а мы, в свою очередь, рассказали людям о том, что у нас много хвостиков, которым нужна помощь, и все хотят уехать по домам. Несмотря на то, что они не породистые, они не меньше нуждаются в семье. Благодарим организаторов за предоставленную возможность поучаствовать в таком прекрасном мероприятии, а также Анну Кожемякину, Чехарчанка ТВ, за то, что помогала нам организовывать всю нашу деятельность на этой встрече, а заодно сняла репортаж, который скоро выйдет у нее на канале. Так, мы на выставке в Мелехово. Указываем собачек, раздаем визиточки. А это Анюта Чехарчанка у нас. Ой, сколько мне собак! Я без собаки, у меня столько собак. Анюта Чехарчанка с нами приехала помочь нам. А еще я кандидат в депутаты. Да, голосуйте, голосуйте за Аню. Все, говори, давай. Аня Чехарчанка приехала. Мы хотим ее погнать. Да, у нас фестиваль, так? У нас. В Мелехово фестиваль, так? А мы тут с Аней, которая приехала и которая фотограф. Да, и мы очень хотим сказать большое спасибо организаторам, что нас позвали. Решили нам обосновать. Да, баннер установить. Флайер. Всем рассказали про наших собачек, показали. Рассказали, что вообще есть у нас приют в городе. Может, кто-нибудь захочет, и вот Матвей. Приезжайте в приют, пожалуйста. Берите животных домой. Не покупайте, лучше берите. В приют все животные привиты. Все эксклюзив. Да, расскажите, приют привитые животные, да? Да, все животные привиты, обработанные. И по возрасту стерилизованы и кастрированы. Вот, видите, как удобно. Взяли, и уже все готово. Все готово, да? Все. Очень много такс в одном месте, очень много людей. Все потихоньку подходят, интересуются нашим приютом. Раздаем визитки, рассказываем про наш приют. Вот так вот здесь. О, сколько такс! Интересно, да?
Что это такое происходит тут? А что, уже пора? Романтический хаска. Хаски с таксой. Да. Кстати, еще спасибо большое Ане Чеховчанке, которая приехала с камерой, снимала репортаж о мероприятии, о нас, которая выложит все, смонтирует ролик и выложит на свои информационные площадки. То есть еще вероятность, что наших собачек заметят там. Это Аня Чеховчанка, это организатор всех групп. Чеховчанка у нее так и называется в Инстаграме и в ВКонтакте тоже у нее группа есть. Она публикует бесплатно всех наших животных, рассказывает про наш приют тоже, очень активно участвует в информационной помощи приюту. А мы уже разошлись все, уже привыкли. Сначала стеснялись, а сейчас уже вон играем вовсю. Уже на поводке хорошо. И к людям привыкли быстренько.